Здравствуйте, рыбаки и рыбачки! Сегодня мы с вами будем делать принаду, прикормку и наживку, все в одном лице, как говорится, для ловли карпа амура. Все покажу вам последовательно, что будет в конце, узнаете. Но самое интересное, это делать очень просто. Значит, вот перед нами тыква помытая. Сейчас я ее начну резать и будем дальше готовить. Ребята, пока не забыл, сразу сообщаю. У кого нет амура, нет карпа, получится очень вкусное лакомство для детей. Ребята, вот постараюсь все быстро вам рассказать. Смотрите, вот семечки я разрезал. Это все вытаскиваю, в тарелочку кладу, чтобы оно мне не мешало. Семечки нам не нужны. Так, семечки отсюда вытащили. Затем все это режем на мелкие кусочки. Показывать, я думаю, этот каждый догадается, как это все делать. Я только вот начинаю вам показал, да? Сейчас мы берем ножом, разрезаем, потом чистим. Ну, догадаетесь, как это все, чтобы не тратить ваше время, как говорится, впустую. Смотрите, показываю. Вот так вот, вот такой кусочек отрезали, шкурку сняли, а потом режете своеобразные такие кусочки, которые потом будем надевать на крючок. Вот такие вот. Потом их можно пополам разделать. Зависит, какой у вас формы крючок. Какой карп там у вас, амур. И, короче говоря, вот так вот наготавливаете, нарезаете. Я сейчас дорежу и покажу дальше. Ребята, в принципе, вы можете себе размер крючка любой вырезать потом, когда она будет готова, эта продукция, как говорится, на низку, на крючок, чтобы надеть. Вот, поэтому лучше даже и оставлять, ничего страшного в этом нет. Наши дальнейшие действия. Берем алию, ну, масло простое, семечек заливаем сюда, вот так нормально будет. Потом включаем газ, доводим до кипения и тогда запускаем нашу эту самую прикормочку. Смотрите, масло наше нагрелось, оно там уже начинает шевелиться. И мы запускаем сюда нашу тыкву. Деревянной ложечкой поправляем, расправляем, чтобы они все ровненько тут легли. И поджариваем. Это займет у нас, ну, парочку минут. Она поджарится, станет мягенькое такое. Запах даст свой рыбе. Будет рыба знать, что тут для нее приготовлена очень вкусная наживочка. И не пройдет мимо. Видите, смотрите, вот раз. Можно отрезать, если крючочек у вас маленький. Если большой, то пойдет, потянет. Потому что карп глотает с удовольствием такую наживочку. Заметили, она уже приобретает такой солнечный цвет. Вот пускай еще пожарится. Крышка нельзя ни в коем случае накрывать, тогда она просто сварится. А нам надо ее поджарить. Но самое интересное увидите в конце. Ну все, по-моему, достаточно. Сейчас теперь мы газ выключили. Вот, еще чуть-чуть поровняем. Теперь мы берем
тарелочку какую-то и укладываем в нее вот это все наше богатство. Вот такая красота у нас получилась. Видите, цвет поменяла, плотнее стала, меньше по размеру чуть. Теперь мы сюда, самое главное, что, извиняюсь, что мы делаем? Сюда заливаем мед. Желательно жидкий, но можно и не жидкий, потому что оно горячее, оно расплавит все это дело. И вот теперь мы даем ей постоять где-то полчаса, чтобы она впитала и остыла. И после этого мы ее будем использовать на рыбалке. Если вдруг, и повторяю еще раз, нет у вас ни карпа, ни амура, можете сделать такую вкусняшку своим детям. За уши не оттянете. Ну, прошло минут 20, ребята. Сейчас я покажу, как я надеваю. Вот крючок беру такого размера. Я даже не помню, как он называется. Фирма какая. Ну, кованый, прочный, хороший крючок. Берем вот эту нашу ягодку из тыквы. И вот так вот надеваем просто. Она хоть и жарилась, но плотная. И крючок хорошо надевается. Тут даже не страшно, если у вас жало вылезет. А можно делать, чтобы не вылазило. Вот так вот. Видите, вот я сделал. Вот. И прикармливаете то место, где вы ловите. Будете ловить карпа. Несколько штук бросили. С берега можно эти чулки ПВА, которые растворяются в воде, несколько штук положили вместе с крючком туда, с грузом закинули, все. Или с лодки. Место обозначили, опустили и туда же ту самую. Можно жерлицу ставить такой принадой. Одним словом, сложностей никаких нет. Но самое интересное, что, еще раз напоминаю, что если вы не будете ловить карпа или его там у вас нет, можете просто вот эту вот штуковину давать детям. Очень вкусно. Во-первых, полезно для здоровья. Тыква с медом. И потом даже на рыбалке можете закусывать. Вот, спасибо за просмотр, ребята. До встречи в эфире. Всем успехов в рыбалке и в личной жизни. До встречи в эфире.